Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Полицейские Читы вместе с дружинниками вышли на улицы города так массово, наверное, впервые за много лет. Возродить движение добровольцев-дружинников, так активно развивавшееся в 90-е годы, наверное, стоило давно. Особенно если учесть, что количество правоохранителей сократилось, и такие помощники им очень нужны. Мы начали привлекать лиц общественности для охраны общественного порядка, чтобы они тоже носили в лету по обеспечению безопасности, в первую очередь, безопасность граждан, и когда совместно такие патрули будут нести службу, это будет как бы большой эффект. Сами же наши граждане будут смотреть и видеть, какая обстановка на территории нашего города. Нужны они и горожанам, потому что намного безопаснее отпускать ребенка гулять на улицу, если знаешь, что где-то рядом ходят те, кто может помочь, если что-то случится. Владимир Киляк – добровольный дружинник с конца 80-х и считает это своим долгом. Выходим на дежурство. Обычно мы стоим на пешеходных переходах. И раньше стояли, когда на вокзале только разметочку сделали, стояли там, смотрели. Ну, помогали людям. Наша-то система такая, мы же не наказываем, а мы всегда помогаем. Что, ребята, вот так, вот так, вот так. И когда мы стоим, при нас не штрафуют. Полицейские и дружинники разошлись по улицам города после развода и распределения территорий. За 6 часов совместной работы они проверили 18 чердаков и подвалов, нашли одного преступника, находившегося в розыске. Один человек был доставлен в отдел для проверки на причастность к преступлению. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.